Ирландский сантехник 15 лет рыл тоннель из супружеской спальни в пивнушку в четверти километра от дома. Путепровод позволял ему тайно посещать любимое заведение. О грандиозном труде сантехника стало известно, когда обрушилась часть коммуникаций канализации, через которую шел тоннель. Власти города расследовали случай и выяснили причину. Поэтому кропотливому землекопу Пэтси Керу пришлось сознаться в авторстве сооружения. Пэтси рассказал, что мысль осенила его после просмотра фильма «Побег из Шоушенка». Жена его отличалась крепким сном, поэтому не замечала его работы. Он применил в своей деятельности широкий диапазон инструментов – от ложки до отбойного молотка, который использовал уже после того, как прорыл более 20 метров, все же боялся грохотом разбудить жену. Через 15 лет, к 2009 году, упорный сантехник наконец достиг женского туалета в пабе, откуда он и попадал в заведение. После этого Кер каждую ночь бывал в излюбленном пабе, пока его жена крепко спала, и к утру возвращался. Хозяин бара косился на странного клиента, который появлялся ниоткуда и туда же исчезал. В итоге, как пишут местные СМИ, Пэтси осудили за порчу городского имущества. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Увидимся!